Гала-концерт городского конкурса детского художественного творчества «Золотой петушок» накануне прошел в областном центре. 17 вокальных номеров и 9 хореографических постановок, в которых было задействовано около 200 человек. Масштабность мероприятия изначально предопределила его красочность и успех. И это неудивительно, конкурс развивается и совершенствуется. С каждым годом все больше школьников мечтают принять участие в творческих соревнованиях, а их номера с каждым разом становятся все разнообразнее и профессиональнее в исполнении. Гала-концерт попали самые достойные, кого отобрало жюри по результатам вот двух отборочных конкурсов, предварительного и непосредственно конкурсного отбора. Это не значит, что те дети, которые у нас не попали на гала-концерт, что они совсем как бы хуже тех, кто попал сегодня. Просто эти дети чем-то чуть-чуть немножко не дотянули. Но творческих, талантливых детей на сегодняшний день, благодаря тому, что наш конкурс проходит из года в год, становится действительно очень много. Гала-концерту предшествовал серьезный конкурсный отбор. 133 заявки было рассмотрено жюри конкурса, а потому тех, кто прошел финал, уже можно было считать победителями. И сами ребята говорили о том, что участие в таком празднике – это уже хороший результат. Главное участие, я буду исполнять песню дуэтом «Гномы Лилипуты» и немного волнуюсь. Для нас, конечно, опыт и участие в большей степени важно, потому что они очень маленькие. Это для них первый конкурс такой серьезный, потому что это городское мероприятие. И они здесь у нас вообще первоклашки, может там 1-2 человека второй класс. А конкурс рассчитан на детей 1-4 класс, то есть мы вообще малыши. «Золотой петушок» сложно назвать просто конкурсом в классическом его варианте. Это скорее праздничное представление и подарок юных дарований друг другу и своим родным и близким. Каждый раз организаторы приглашают гостей форума в сказочное путешествие. И этот год не стал исключением. Участники мероприятия смогли побывать в стране чудес. Такой подход к организации конкурса помогает и юным вокалистам, и танцорам совершенно не бояться оказаться на сцене и создает особую атмосферу для молодых талантов. «Духовые оркестры» наш номер называется. Мы выступаем с духовым оркестром, как эта песня про них. Это мажоретки, они тоже к духовому оркестру. Они подтанцовка. Мы хотим здесь выступить, но не, главное только участие. Но если мы победим, мы тоже будем рады. Пение, вокал, это вот моя мечта, вот чтобы я пела вот очень хорошо, и чтобы семья и всем нравилось мое занятие, чтобы никто не говорил, что мне надо заниматься чем-то другим, потому что вокал – это мое. Среди кинематографистов бытует такое мнение, что переиграть ребенка невозможно. Ни один, даже самый профессиональный взрослый актер не сможет подарить зрителям столько положительных эмоций. Эту истину уже второй десяток лет доказывает и конкурс «Золотой петушок», участники которого щедро делятся с каждым гостем своим талантом, оптимизмом и отличным настроением, помогая вернуться хоть на несколько часов в детство, самую счастливую пору.